Зачем мы здесь? Вот в чем вопрос. Нам повезло, что мы знаем. Да. Во всем этом ужасном хаосе ясно одно. Мы ждем, когда придет Годо. Верно. Или настанет ночь. Мы пришли, чтобы увидеть его, вот и все. Мы не святые, но у нас назначена встреча. Сколько людей может вам ответить так же? Миллионы. Ты так думаешь? Не знаю. Возможно. На помощь! Что совершенно точно, это что в нашем положении время кажется вечностью. И чтобы скоротать его, мы идем на любые хитрости, которые, как бы это сказать, могут показаться холодно-рассудочными на первый взгляд, но к которым мы привыкли. Ты скажешь, что это не дает нашему разуму помутиться окончательно, это само собой. Но не блуждает ли он уже в кромешном мраке вечной ночи? Вот что я хотел бы знать. Ты следишь за моей мыслью? Мы все рождаемся дураками, а некоторые ими и остаются. Сэмюэл Беккет. В ожидании Годо. Когда жене Сэмюэла Беккета вручили телеграмму из Швеции о присуждении ему Нобелевской премии, она сказала: «Это катастрофа». Беккет был особенным человеком. Взвесив свои способности к публичным выступлениям, он немедленно скрылся. А в Стокгольм отписал, что с радостью получит награду, если в церемонии вручения примет участие не он, а его издатель. Комитет согласился. Когда-то влюбленная в Беккета Пегги Гугенхайм дала ему прозвище «Обломов». Один из его самых известных характеров, Мёрфи, испытывал к физическому труду такое отвращение – что привязывал себя к креслу качалки и часами из него не вылезал, доводя себя до состояния сомнамбулы. Знаменитую пьесу «В ожидании Годо» он создал благодаря прокрастинации. Ему надо было писать роман, а тот не шел. И чтобы отвлекаться от работы не просто так, а по уважительной причине, он и стал придумывать спектакль. Проселочная дорога, дерево на обочине, вечер. Сидя на камне, эстрагон пытается снять башмак. Стягивает его двумя руками, пыхтя. Устав, останавливается, отдыхает, тяжело дыша. Потом снова принимается за башмак. Входит Владимир. Приближается мелкими шажками на негнущихся ногах, широко их расставляя. Гиблое дело. Мне тоже начинает так казаться. Всю жизнь я гнал от себя эту мысль, говорил себе: «Владимир, подумай, может, еще не все потеряно?» И снова бросался в бой. Главные герои – двое бродяг, одетых как Чарли Чаплин. И начинается пьеса как реприза. Походка, башмак, подходящее для цирка прозвище «Диди и Гого». У них разные маски. Вместе они лет 50, и каждый вечер ждут в этом бесприютном мире некоего Годо. Они его не очень-то знают, но он должен сказать им что-то очень важное. Прелестное место. Живописный вид. Пойдем. Мы не можем. Почему? Мы ждем Годо. Ах, да. А ты уверен, что это здесь? Что? Здесь надо ждать. Он сказал, возле дерева. Ты видишь здесь другие деревья? А если он не придет? Мы вернемся завтра. И так без конца, пока он не придет. Владимир хорошо знает Евангелие. Эстрагон не помнит, читал ли его. Его имя напоминает о полыни, которая служит в Библии символом отдаления от Бога. И он то и дело засыпает, хотя ясно, что надо бодрствовать, когда кого-то ждешь. Один из разбойников был спасен. Это приличный процент. Го-го! Что? А что, если нам покаяться? В чем? Ну, мы могли бы не уточнять. В том, что родились? Оптимистичный Владимир назван, очевидно, в честь Набокова, который перед самой войной здесь же, рядом, в Париже, писал свой первый роман на английском. А ирландец Беккет после войны вооружился французским.
В чужом языке, объяснял он, я не скован рамками какого-то стиля. Он любил Россию. Даже просил Эйзенштейна принять его на учебу во ВГИК. Обожал Достоевского. Особенно «Преступление и наказание». Он читал этот роман как притчу о благоразумном разбойнике. Два разбойника были распяты вместе со Спасителем. С кем? Со Спасителем. Говорят, один из них был спасен, а второй покаран. Спасен от чего? От ада? Как вышло, что из четырех евангелистов только один представляет факты таким образом? Ведь все они четверо были там или неподалеку. Но о спасенном разбойнике говорит только один. Незадолго до оккупации с Беккетом произошел странный случай. На улице его ударил ножом совершенно незнакомый человек. И чуть было не попал в сердце. Он долго лежал в больнице. Нападавшего поймали. На предварительных слушаниях в суде Беккет спросил его, за что? Я не знаю, мсье, простите. Сэмюэл был настолько поражен абсурдностью этой ситуации, что забрал заявление. Бессмысленная, немотивированная жестокость, которой скоро захлебнется мир, в его пьесе представлена дуэтом Потца и Лакки. И, конечно, на странные взаимоотношения этих персонажей повлияло сотрудничество Беккета с Джойсом, которого он считал своей противоположностью. Они могли часами говорить об их любимом Данте. Но очень часто во время этих бесед они вдруг замолкали, начинали объясняться знаками и постепенно погружаться в печаль. Беккет грустил главным образом о судьбах мира, Джойс о самом себе. Это из воспоминаний их друзей. Иногда эти молчаливые диалоги перерастали в такие же безмолвные споры, а иногда и в ссоры. Давай немного помолчим, а? Давай. Владимир нервно ходит по сцене, иногда останавливается и внимательно смотрит на линию горизонта. Эстрагон засыпает. Ого! Гого! Гого! Я спал! Вечно ты мне мешаешь спать! Мне было одиноко. Я видел сон. Не рассказывай. Мне снилось, что мне неинтересно. Нехорошо, Диди. Кому, как не тебе, я могу рассказать о моих кошмарах? Лучше храни их в тайне. Ты же знаешь, я этого терпеть не могу. Беккет помогал терявшему зрение Джойсу заканчивать поминки по Финнегану. Как-то Джойс диктовал, кто-то постучал в дверь, Беккет отвлекся, записал какие-то случайные слова и, извинившись, попросил, чтобы Джойс их исправил. «Пускай останутся», — ответил тот. «В конце концов, это же поток сознания». «Главное, в чем он повлиял на меня, — говорит Беккет, — это его полная отдача искусству, искренность, с которой он к нему относился». Совсем близко раздается ужасный крик. Эстрагон роняет морковку. Они застывают на месте, затем бросаются к кулисе. Они ждут, пряча головы в плечи и обнимая друг друга. Входят Потца и Лакки. Лакки несет тяжелый чемодан, складной стул, корзину и пальто на руке. Потца несет кнут. «Быстрее!» Удар кнутом. Они идут по сцене. Лакки проходит около эстрагона и Владимира и исчезает. Потца, увидев их, останавливается. «Назад!» В 36-м Беккет на полгода уехал в Германию. Побродить по музеям, как он сказал. На самом деле, поближе рассмотреть нацизм. Самодовольный тип, считающий себя хозяином земли, по кличке Потца, напоминает Антихриста. Недаром герои принимают его за Годо. Имя Годо в английском созвучно слову «Бог». Это он? Кто? Ну, Годо? Да. Позвольте представиться. Потца. Это не он. Но он же сказал Годо. Да нет же. Вы не господин Годо, сударь? Я Потца. Это имя вам ничего не говорит? Я спрашиваю, это имя вам ничего не говорит?
Мы не здешние, сударь. Однако вы человеческие существа. Насколько я вижу. Одного рода со мной. Того же сорта, что и Потса. По образу и подобию Божьему. Эти лингвистические изыски из Джойса. В 1939-м многие из его поклонников не приняли поминки. Набоков объявил Финнегана монументальной неудачей. Но после пережитого апокалипсиса экспериментальный роман Джойса прочли уже другими глазами. В смешении языков увидели и вавилонское столпотворение, и ужасы допотопного мира. А Свенсон обнажил природу человека. Встать! Как только он падает, так сразу засыпает. Встать, мразь! Назад. Стоп. Лицом ко мне. Я аналитик. Вычеркиваю все лишнее, ненужное, потому что стремлюсь дойти до самой сути, до архетипичного. В моей пьесе «В ожидании Гато» этот архетип воплощен в клоуне-бродяге. Причем мой клон не аллегория, а человек, у которого просто ничего нет. Его нельзя охарактеризовать как владельца «Мерседеса». Есть у него фрак или нет, не имеет никакого отношения к его сути. Сэмюэл Беккет. На, держи. Пальто. Что-то становится прохладно. Кнут. Видите ли, друзья, я не могу долго обходиться без общества себе подобных. Даже если сходство весьма сомнительно. В начале войны Беккет и его жена вступили в сопротивление. Он стал связным и переводчиком. Со всех концов Франции ко мне поступали донесения о передвижении немецких войск, об их дислокации, обо всем, что касалось оккупантов. Мне приносили эти донесения на клочках бумаги. А у нас была очень большая группа, прямо как у бойскаутов. Я перепечатывал, стараясь уместить на одном листе как можно больше информации. Потом относил это греку, который все фотографировал и делал микрофильм, уменьшая снимки до размера спичечной этикетки. Было практически невозможно разобрать, что там зафиксировано. Эти донесения пересылались в Англию, и там увеличивались. В британской разведке сохранилось досье на него. 38 лет, хорошо сложен, но сутулится, темноволосый, свежий цвет лица, очень молчаливый. В 42-м году на их ячейку вышла гестапо. 50 подпольщиков схватили. Сэмюэла и Сюзанну смогли предупредить. Они успели выйти из дома до приезда немцев и сбежать в Ваклюз. Ваклюз? При чем здесь Ваклюз? Но ведь ты был в Ваклюзе. Нет, я никогда не был в Ваклюзе. Всю свою поганую жизнь я прожил здесь. Я тебе говорю, здесь. И все же мы вместе были в Ваклюзе, готов поклясться. Мы собирали виноград у человека, которого звали Боннелли, в Руссионе. При чем тут Ваклюз? Тут жил Петрарка и писал сонеты, которые Беккет усердно учил в университете. Тут два раза в год фонтаном бьет из скалы знаменитый ключ, когда поднимается подземное озеро. Он напоминает евангельскую овчью купель, где было множество больных, ожидающих движения воды, которая становилась целебной от прикосновения ангела. И сбор винограда, конечно, тоже евангельский. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что получат больше,
но и они получили по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина. Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же ответил: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Евангелие от Матфея. У блаженного Августина есть замечательное высказывание, говорил Беккет. «Не теряйте надежды. Один из разбойников был спасен. Не берите в расчет того, что другой был осужден». В этом изречении заключен потрясающий образ. Другими словами, награда зависит не от человеческих заслуг, а от милости Бога. Но тогда не случайность ли наше спасение? Не бессмысленны ли все наши усилия? Не абсурдна ли жизнь? 1 из 4. У двоих других евангелистов об этом ни слова, а третий говорит, что его злословили оба разбойника. Кого? Что? Кого злословили? Спасителя? Почему? Он не хотел их спасти. От ада? Да нет, от смерти. Ну и? Выходит, на вечные муки были обречены оба. И что? Но другой говорит, что один был спасен. Они просто не договорились друг с другом, и все. Они все были там, все четверо. И лишь один говорит о спасенном разбойнике. Почему уж верит ему, а не остальным? Кто верит? Да все! Вот только эту версию и знают. Все люди дураки. В Руссионе было совсем небезопасно. Повсюду рыскало гестапо, надо было опасаться доносов. Беккет помогал деревне собирать зерно, выкорчевывать пни за хлеб и вино, и порой ему разрешали подбирать оставшуюся в поле картошку. Он продолжал участвовать в сопротивлении. Французские летчики сбрасывали на парашютах припасы и оружие, а Беккет с товарищами собирал эти ящики, прятал их в пещерах, в подвалах и потом переправлял партизанам. Когда начались открытые бои, он с отрядом лежал в засаде. «Но немцы так и не появились», — вспоминал он. «Так что, к счастью, мне не пришлось стрелять, я ведь малодушным был». После войны Беккет был награжден французским правительством. Он немного поработал в госпитале Ирландского Красного Креста в Нормандии, а потом они вернулись в Париж. Жили впроголодь, но зато он нашел свой материал – бессилие и незнание. «Я веду разведку в той зоне существования, которую художники всегда оставляли в стороне, как нечто заведомо несовместимое с искусством». «Что ты делаешь?» «То же самое, что и ты». «Что?» «Смотрю на месяц». «Я говорю о ботинках. Я их оставлю здесь. Придет кто-нибудь другой, такой, как я, только нога поменьше, и они ему доставят радость. Но ты не можешь идти босиком». «Иисус мог. Ты что себе вообразил? Ты же не будешь себя с ним сравнивать?» «Всю свою жизнь я себя с ним сравнивал. Но там было тепло, там было хорошо, да, и распинали на крестах. Нам здесь больше нечего делать. А что нам еще остается? Послушай, Гого, не будь таким. Завтра все будет лучше. Чего ты взял? Ты разве не слышал, что сказал мальчик? Нет. Он сказал, что Годо обязательно придет завтра. Теперь понимаешь? Значит, мы должны ждать здесь. Ты с ума сошел. Надо где-нибудь укрыться. Пойдем». «Жаль, что у нас нет веревки. Пойдем». Беккет был редким ирландцем. Он получил строгое протестантское воспитание. Его предки были гугенотами, бежавшими в свое время из Франции. Его переезд в Париж был связан с тем, что он разошелся с мамой в догматических вопросах. А с Джойсом, потерявшим свою семейную веру в иезуитском колледже, наоборот, сблизился. Знаменитый монолог Лаки, который был некогда учителем Потца и сам воспитал на свою голову своего мучителя, начинается со ссылки на работы Штампа и Ватмана. Это упрек казенному христианству, допустившему нацизм. «Дано бытие
Бога личного, каковым оно представлено в работах Штампа и Ватмана вне времени и протяженности. Что с высот своей Божией апатии, своей Божией афазии, любит нас всех, кроме некоторых, неизвестно почему, но придет и страдание. С другой стороны, в пьесе есть и такие слова. Не будем говорить плохо о нашей эпохе. Она не страшнее предыдущих. Мальчик, который приносит героям вести от Гадо, напоминает отрока ангела из книги Иова. Вот как давно стоят вопросы, волнующие Беккета. Просто после случившегося их восприятие обострилось, и чувству краха культуры, цивилизации было трудно что-то противопоставить. Спал ли я, когда другие страдали? Сплю ли я сейчас? Завтра, когда мне покажется, что я проснулся, что вспомню я об этом дне? Рожать прямо на погосте — вот истинные муки рождения. Когда в глубине ямы могильщик уже начинает точить свой заступ. У нас есть время состариться. Воздух полон нашими криками, но привычка — великий утешитель. И на меня, наверное, кто-то смотрит и думает: он спит, он ничего не знает, пусть спит. Я больше так не могу. Входит мальчик. Месье. Месье Альбер. Месье Альбер — это, конечно, Камю. Он уже написал программу «Философия абсурда. Миф о Сизифе». И Владимир откликается на этот зов. Принимает этот особого рода абсурд, идущий от знаменитого «верую, ибо абсурдно». Выражение, которое приписывают Тертуллиану, говорящему о воскресении Христа и объясняющему смысл страданий. Никто не знает, когда ему суждено умереть. Но каждый должен жить так, будто встреча состоится сегодня. Если душа существует, неверно было бы думать, что она дается нам уже сотворенной. Она творится в течение всей жизни. Сама жизнь – не что иное, как долгие и мучительные роды. Когда сотворение души, которым человек обязан себе и страданию, завершается, приходит смерть. Мама. О чем говорило ее молчание? Мы воскреснем. Альбер Камю. Пьеса была написана где-то за 3,5 месяца и окончена в конце января 49 года. Сюзанна показала ее их другу, Роже Блену, и тот пообещал поставить, когда найдет деньги. И нашел. Правда, спустя 4 года. Беккет за это время успел сделать перевод на английский язык, добавив подзаголовок «Трагикомедия в 2 действиях». Скоро ее уже играли во всем мире. Перед американской премьерой режиссер спросил его: «Ну, кто же все-таки такой Гадо?» Беккет ответил: «Если бы я знал, я бы сказал об этом в пьесе». Он не любил говорить о своей вере. Но когда после смерти жены, это ему было уже за 80, пришлось перебираться в дом престарелых, он взял с собой только одну книгу. Томик с божественной комедии, в которой лежала открытка с репродукцией фрески Джотто «Святой Франциск проповедует птицам». Он получил ее в подарок от своей учительницы в день 20-летия и пронес через всю жизнь. Диди, да. Я больше не могу. Ты все время это говоришь. Что, если нам расстаться? Может, так лучше будет? Завтра мы повесимся. Если только не придет Гудо. А если он придет, мы будем спасены.
Сэмюэл Беккет в ожидании Годо.